привет! Новое видео на канале. Сегодня у нас открывается новый плейлист «Искусство» для людей, кто интересуется хендмейдом, все, что сделано руками. Это вышивка крестом, это новое направление алмазная живопись. Итак, поехали! Так, посылочка шла 3,5 недели, 3-3,5 недели. Ссылочки на продавца будут. Продавец вроде как много звезд, и можно смело у него заказывать. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас по-варварски открываем. Внутри у нас вот такая вот штука. Все в пупырышку. Здесь главное аккуратно, потому что не прорезать. Внутри хрупкие должны быть вещи. Сейчас будет распаковочка. Посмотрим, что внутри. Следующее видео будет начало работ. Все, что с этим связано. Вот такой вот у нас коробка. Финал. Итак, вот такая вот картина. Картина у нас пейзаж, если я не ошибаюсь. Очень большие у нее размеры. 1,65 м. То есть 100 сантиметров на 65 сантиметров. Давайте посмотрим, что там внутри. Сразу появляются какие-то интересные штуки. Еще раз повторюсь, это новый вид направления хендмейд искусства. Это хрустальная, из горного хрусталя алмазная живопись. А горный хрусталь в квадратиках 9-гранный и 13-гранный. Конечно же, здесь очень много самого. Вот такая вот штучка. Почти грамм 800-600 всевозможного цветного этого хрусталика. И, соответственно, само... Какая-то палочка, карандаш китайский от мастера китайского и само полотно. Полотно очень большое. Давайте просто покажем, что оно есть. То есть вы увидели. Сейчас мы его не будем разматывать. Давайте посмотрим. Внутри у нас с вами, соответственно, схема, заклеенная специальной бумагой, чтобы мы могли поочередно отклеивать и наносить непосредственно сами алмазики. И давайте посмотрим на хотя бы одну штучку. Они очень маленькие. Вот такие вот. Давайте сфокусируемся. Очень сильно переливаются. Ни в коем случае нельзя просыпать. Но давайте посмотрим, достанем хотя бы одну алмазинку, один квадратик, чтобы вы понимали, это очень-очень-очень маленький размер. Так вот они переливаются, если вам видно. На камеру, скорее всего, не видно, но очень сильно переливаются. Работа кропотливая. Конечно же, я этим заниматься не буду. Вы заочно познакомитесь с Оксаной. Она будет непосредственно заниматься всеми этими работами. Ей это очень нравится, поэтому прошу приветствовать ее в следующих видео. Поэтому, если понравилось видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Всего доброго, пока!